Это система Sensity, а люма деревянная. Это обычная оконная система, у которой изнутри деревянные накладки. Это накладки из итальянского дерева, очень качественные, они там не усыхают, никакие там насекомые в них не заводятся, там специальная пропитка. И вот здесь, если вы посмотрите, здесь только скрытые петли, потому что, чтобы обычными петлями не испортить дерево, да, чтобы его не сверлить, там, не резать, на систему Sensity обязательно ставят только скрытые петли. Вот как она выглядит, очень красивая, приятная изнутри дерева. Следующая конструкция здесь представлена, это система Sensity, о которой я говорил на образцах. Это вот деревянные накладки из итальянского дерева. Тут же обязательно скрытые петли, чтобы дерево не портить. И здесь еще на этой конструкции стоит ручка Purity. Это вообще отдельная тема. Это дизайнерская ручка, разработанная специально для компании Reynolds итальянским дизайнером. Она полностью из нержавейки. Она имеет там около 10 различных вариантов цветов. Бронза, там серебро, золото. И у нее очень маленький, аккуратный именно место фиксации к створке. Очень красиво смотрится, нержавеюще, очень приятно на ощупь, тактильно. Поэтому можете, в принципе, заказывать такие тоже ручки. Мы прошлись по основным системам Reynolds, показали, как они выглядят, где применяются. У компании еще очень много продуктов и технических решений, но, к сожалению, их нельзя показать в одном видео. Если вам понравился такой формат съемки, напишите в комментариях, какую компанию нам еще посетить. Если у вас есть какие-то вопросы, данные я оставлю в описании. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока!